Итак, добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на канале РХТН. Хочу сразу объявить, что у меня появляется свой собственный канал YouTube, который так и будет называться Влад Че Гевара. Там мы будем рассматривать многие-многие аспекты нашей жизни и ситуации в мире. Итак, продолжим тему обзора, также опять-таки нынешней ситуации в России, да, по поводу увлечения того, что государственный строй у нас фашистский, как он пробирался во власть и как это отражается на жизни каждого человека из нас в той или иной степени. Итак, я хотел сказать, что да, каждый из нас видит, что демократия у нас фактически отсутствует. И дело не в том, что мы там на выборы там можем влиять реально или не можем влиять, правильно? Демократия ведь она очень многосторонней в жизни проявляется, правильно? В демократическом обществе, государстве. В общественной жизни дело же не только в выборах. Дело в том, что можем ли мы как-нибудь легитимно влиять на власть? Оказывается, никак не можем. Ни общество, ни в единичном порядке, ни коллективно мы не можем влиять на нашу власть в государстве. То есть не только путем выборов, но подделывающихся постоянно. Ну и мы не имеем права на манифестации, митинги, забастовки, пикеты и другие формы общественного несогласия с властью и оказания на нее хоть какого-нибудь давления. То есть все это у нас находится под запретом. Хотя это конституционное наше право, которое неконституционно преследуется путем того, что якобы у нас это не уведомительный характер носит, а согласовательный характер с администрацией, что привело к тому, что администрация фактически, грубо говоря, запрещает и ограничивает, и вообще порой просто запрещает проведение подобных акций. Также это преследуется как будто якобы по закону об экстремизме и объявляется экстремистской деятельностью. Хотя это, сам этот закон является антиконституционным. И фактически он должен был быть заблокирован Конституционным судом. Но Конституционный суд в России ни черта не работает. Конституционные судьи у нас коррумпированы, это раз. Во-вторых, они подвластны, это два. Поэтому, понимаете, наше государство движется в сторону сокращения прав человека, постоянной ущемления его в правах. Вот. То есть это как бы во всем выражается, в том, что невозможно оспорить в судах многие решения, правильно? Карты у нас блокируются просто так, хотя банковские карты не имеют права быть блокированными, по сути. Тем не менее, блокируются все пенсионные там карты, детские, социальные, все это блокируется. Якобы из-за каких-то там долгов. Эти долги сначала должны пройти целую сеть судебных инстанций, чтобы доказать легитимность этих долгов. Правильно? Перед тем же там ТГК, водоканалом и ЖЭО и прочими там инстанциями. Понимаете? Так же самое штрафы приходят к нам напрямую судебным приставам. А судебные приставы имеют право работать только судебными решениями. Тем не менее, минуя судебные решения, штрафы приходят напрямую
к судебным приставам, и также накладываются аресты, а потом приходится их обжаловать. Также целый механизм судебных приказов, где без присутствия защиты, без состязательности, просто в одностороннем порядке выносятся решения судебные, на которых осуществляется преследование людей, ущемление также в правах, аресты и все остальное прочее на карточке. Также мы не можем, не имеем возможности защищать свои права в трудовых инспекциях по поводу недоплаты нам рабочего дня. То есть постоянно происходит обсчет, понимаете, людей. То есть бухгалтерия постоянно обсчитывает людей, тем не менее они не несут за это никакой уголовной ответственности, а так все, ой, извините, простите, все сейчас исправим. Это все равно, что своровать, да, из деньги из банка, а потом принести и сказать, ой, извините, я же все обратно положил, и я теперь больше не виновен. Но так же нельзя делать, это недопустимо. И это происходит во всем, понимаете? То, что вот сейчас вот это СВО объявлено незаконно. Государство не имело права вводить никакие войска на чужую территорию, никакое СВО объявлять, потому что концепция российского государства оборонная. Она не имеет права вводить войска, развязывать войны. Это уголовно преследуемые преступления. Понимаете? Тем более объявлять мобилизацию тоже было незаконно, потому что нету военного положения. Если нет военного положения, то объявления мобилизации никакой не может быть. Это незаконно, антиконституционно. Главный юридический документ страны – это Конституция. Все, что любые законы, подзаконные акты, постановления – которые противоречат Конституции напрямую, они должны были быть заблокированы и отменены Конституционным судом, как минимум. Теперь посмотрим на схему, как это же проводится в жизнь, понимаете? Сам ведь президент большинство этих законных, подзаконных актов, постановлений, распоряжений не подписывает сам лично. Это происходит от имени администрации президента, причем там тоже нет никаких подписей, там просто стоит печать гербовая там администрации президента и все. То есть они юридически боятся ставить личные подписи, в том числе сам Путин боится ставить свои подписи, чтобы потом не быть привлеченным за незаконные постановления и распоряжения и подзаконные акты. И все прочее. Этим занимается подлец и негодяй Кириенко, понимаете, который фактически рулит администрацией президента. Потом надо понимать, как же так получилось, что вот эта вот фашистская власть, она, как бы сказать, вот этот вот фашизм вошел во власть, в структуру власти. Как же так получилось? И знаете, требовалось доказательство, и вот эти доказательства фактически, ну, можно предоставить теперь. Это вот те самые пресловутые лекции, о которых я говорил, ФСБ, в управлении ФСБ, такими людьми, как Ефимов Виктор Алексеевич, да, по-моему, вот, Виктор Ефимов. Вот. Он никакой не ученый, он просто технарь, в общем, да, инженер-метролог. Какое право имеет инженер-метролог проводить лекции идеологические, по сути, ФСБ? ФСБ, в академии ФСБ проводить такие лекции. Как устроено государство, о религии и все прочее, понимаете, концептуальная власть. Там в этих лекциях можно найти такое выражение, такое формирование такого понятия, как концептуальная власть. То, что я называл до этого надгосударственной структурой.
которая сложилась в России и которая управляет государством. То есть у них это называется термином концептуальная власть. То есть надгосударственная власть, которая напрямую управляет через посредников, через суды, через силовые органы, все обществом, да, и так далее. И якобы без этой концептуальной власти государство идет к хаосу. То есть хаосом они подразумевают демократию. Вот. Хотя у нас идеология вообще же запрещена была в государстве, в России. Понимаете? Но они ее все равно незаконно пропихнули. В ФСБ вообще нельзя было никакой идеологии допускать. Но они и туда проникли. В школы нельзя было никакой идеологии пропускать. Но они через патриотические клубы, центры допризывной подготовки, через проведение этой зарниц этих, они проникли с идеологией туда. Именно возрождение советской этой идеологии. Они даже в детские садики проникли. Понимаете? Это все делается незаконно, антиконституционно. Мобилизация антиконституционно проведена. То сотни тысяч людей оказались там антиконституционно, незаконно. Как минимум. Вот это вот понятие, которое внедрялось на лекциях ФСБ о концептуальной власти, и которое, по сути, стало в России воплощаться в жизнь, это надгосударственная власть, надгосударственный орган. Это то же самое, когда прокурор, советский прокурор на Нюрнбергском процессе говорил о государстве нацистов, что они использовали государство как инструмент для собственных преступлений, то же самое происходит сейчас в России под понятием, которое прячется под понятием концептуальная власть. Вот эта концептуальная власть надгосударственная, не имеющая по сути никаких конституционных оснований, но тем не менее управляющая реально сегодня российским государством, осуществляет незаконную деятельность и использует государство как инструмент своих преступлений перед человечеством даже, не просто перед гражданским обществом Российской Федерации, а вообще перед человечеством. Путин, как паук, сидит в мировой паутине, это центр мировой паутины, понимаете, такой паутины зла. Сегодня война в Украине ведется всем демократическим миром, мировой демократией против всей автократии, всей этой диктатурщины мировой. Если Украина победит, это почувствуют все. Все прогрессивные демократические силы в мире это почувствуют. Это почувствуют все диктаторы в мире. Они получат по морде в лице Путина все диктаторы в мире, начиная от Свазиленда, да, и прочих там государств, Китая даже, да, Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы и прочих диктатур. Авторитарные диктаторы получат по морде в лице Путина. Все эти ультраправые партии, которые фашистские, поддерживаемые Путиным. Если ты ищешь нацистов на Украине, какого ты черта поддерживаешь фашистские партии во всех демократических странах? Зачем? Ты же сам себе противоречишь. Понимаете? Я очень хочу, чтобы вы это ясно осознавали и поняли. Над этим мы будем дальше вместе анализировать и думать, что делать, какие будем